Ребята, всем привет! Середина мая, в Анапе начинается лето. И как обычно, проблемы с парковками, друзья. В Анапе, друзья, открывается фестиваль Амория Фест. Он будет идти 2 недели, и поэтому центр города перекрыт. Сейчас очень сложно найти место стоянки, потому что я-то все-таки работаю. Жалко, что работаю и не могу осветить сам этот фестиваль. Фестиваль довольно-таки необычный, очень интересный. Сегодня винный марафон в городе. Не знаю, что это такое и что это будет. В общем, может быть, удастся посмотреть воздушные настоящие шары. Можно катать, летаться. Ну и всякие праздничные интересные вещи. Ну, это мы только можем увидеть с яхты, с моря, друзья. Так что ищу стоянку. Сейчас поставлю машину и поеду на самокате. Ну вот, ребята, нашел я парковочку, достал свой самокат замечательный и поеду на работу. Во, видите, друзья, какой я хитрый. Тут уже апокалипсис. Все стоит колом. Вот, друзья, я на работе. В общем-то. О, супер обслуживание. Раз. И автоматика сработала. Дорогие друзья, как я уже говорил, у нас в Анапе проходит фестиваль. Он будет идти примерно 1,5 недели. И вот, смотрите, на закате солнца у нас фестиваль воздушных шаров. Съемку мы ведем с яхты. Моря. Шары поднимают на центральном пляже, чуть дальше.